В этом году выставку назвали по-иному «Православие под покровом Богородицы». Состоялась она по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Вместо привычной церемонии открытия с перерезанием ленточки сегодня молебен. Провел его благочины церкви Сочинского округа. Священнослужители отмечают, это мероприятие важное. И главное его значение – миссионерское. Радует, когда присутствует на выставке духовная литература. Потому что это самое миссионерское делание. Священник присутствует каждый день, которому можно задать вопрос. Это тоже своего рода миссия. Каждый раз у нас просят у духовенства, у кого какие есть святыни, чтобы вот принести это святыня, своего рода осветило это мероприятие своим присутствием. Освещают нынешнюю выставку ковчег с частицей древа креста Господня, частицы мощей целителя Пантелеимона. А главной святыней здесь называют частицу мощей святого пророка и крестителя Господня Иоанна. В Сочи она прибыла во Владимирский храм со святой горы Афон. А теперь до 28 октября пробудет в выставочном центре «Жемчужины». Прикоснуться к православным святыням, заказать молебны, приобрести иконы или оказать посильную помощь монастырям и приходам – сюда приходят и сочинцы, и гости нашего города. А участие в выставке «Православие», которую 19-й год подряд проводит компания «Соцсочинские выставки», принимают и представители подворья Свято-Троицы Сергиевой Лавры, Иверского женского монастыря, Мужского Задонского монастыря. Всего порядка 100 приходов. В рамках выставки «Православие» это не только торговые ряды, это не только монастыри и храмы, это прежде всего духовная деловая программа, которая проходит ежедневно для наших посетителей. Это ежедневно дневные лектории православные. Это специальная программа «Задай вопрос священнику». Это будут православные концерты, встречи с духовенством, встречи со школьниками. Я приглашаю прийти всем вместе, с семьями, привести сюда своих детей, прикоснуться к святыням и, может быть, протоптать маленькую дорожку в храм. Выставка-ярмарка «Православие под покровом Богородицы» – это не только уникальная возможность прикоснуться сразу к десяткам святынь, но и приобрести освященную храмовую атрибутику и утварь. Цель же выставки – объединить усилия церкви и светского общества для сохранения и развития традиционных духовных ценностей, культуры и нравственности. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.